Роза, как человеческая душа, она раскрывает лепесток за лепестком, так же, как человек раскрывает свои грани. И каждая из них разная, особенная, бархатная, нежная. И внутри еще остаются грани, которые только предстоит раскрыть. И они напоминают бутон сердцевину розы. Этот прекрасный цветок символизирует нашу жизнь. Жизнь, которую подарил нам Творец в самом ее прекрасном обличии.